Санди, привет! Богдан, привет! Фоги, привет! Эмир, привет! Пацаны, всем привет! Короче, я не... Астер, здорово, братуха! Короче, пацаны, я не дождался, я хотел врубить на 30 минут... Ну, не на сколько, на 20 минут позже еще, да, я хотел в 6.30... Либо в 7.30 по киевскому времени, но что-то не дождался, я не дождался, уже, короче, думал, так, пора врубаться. Глюканав, здорово! Я так похавал, короче, пацаны, я такой был голодный. Я думал стрим начать даже еще раньше, я думал начать в 6 по киевскому времени. Да, в 6. В итоге голод одолел, я пошел, у нас тут на остановке турки делают кебаб. Блин, офигительный кебаб, то есть кебаб, кто не знает, это что-то типа шаурмы. Ну или шаурма, там кто-то говорит шаурма, кто-то говорит кебаб, кто-то говорит шаверма. И я погнал, короче, купил себе шавермы, блин, только что затоптал этого кебаба, у меня такой полный живот. Короче, спать хочу, вот. Фоги, передаю тебе привет. Короче, что сегодня? Сегодня я хотел стримить Division с Водянским, а Водянский сказал, что он куда-то, короче, пропал. То он сегодня не сможет играть, поэтому продолжаем играть Horizon. Я сменил немножечко превьюху. Такая, по-моему, поинтереснее. Надо будет поменять, надо было менять на разные стримы, разную превьюху ставить на Horizon. Поэтому, что? Продолжаем. Кстати, пацаны, есть идея. Постримить завтра, в субботу, тиктоки посмотреть. Я просто посижу, пообщаюсь с чатом, пообщаюсь с вами. Вы, ну, там, если кому-то будут какие-то интересные вопросы позадавать, я на них поотвечаю. И будем смотреть вместе тикток. Хотите такую штуку? Могу попробовать завтра. Стендофф, Фоги, попробую, может быть, как-нибудь. У меня ее пока нету. Да, он вчера хотел очень сильно, а сегодня отвалил. Видишь, какой он? Бывает. Привет, Рахат, братуха! Короче, слушайте, там... сейчас про Horizon расскажу. Там в Horizon есть 4 пещеры, которые были важные. Мы вчера сделали одну, есть еще 3. Я думаю, что нужно пойти полазить по этим пещерам, потому что они там дают какие-то обилы дополнительные, какие-то навыки. Увы, ну ты тикток на дух не переносишь? Слушай, ну мы попробуем что-нибудь веселенькое, мы просто будем сидеть общаться, тикток там будет просто так, если вдруг не будет людей вообще на стриме, понимаешь? Как бы нам тикток не нужен, в принципе. Я хотел сделать YouTube Shorts, попробовать посмотреть, но там как-то сложнее с этим. Не, завтра стрим по стендоффу точно не будет. Фоги, сорян, братух. Мирон, здорово, братуха. Ууу, Мирон, я тебя 100 лет не видел. Это... Не-не-не-не-не-не-не, Астерс, это голова болела не у Рахата, голова болела у Эмира. Фоги, ну чтобы играть в стендофф, мне его для начала скачать нужно. У меня его нету, я еще даже не видел, что это за игруха. А что, классная игра, что ли? Пацаны, как денек сегодня прошел? Как у вас сегодня пятница? Вы готовы, блин, к понедельнику? Ой, все, к понедельнику. К выходным. А, стендофф это клон КС-а на телефоне? В смысле, это прям именно вот он как... Визор говорит, что тут есть какой-то сигнал. Не понял, а что здесь за сигнал?
Эмулятор нужен, да? Не, ну мы как-то мобильные игры уже стримили без эмулятора, кстати. Прям на мобилке подрубались. Пацаны знают, мы играли в этот. В мобильный. Call of Duty. Блин, тут придется этих разваливать. Блин, у меня, короче, рожа так засвечена, ну, ладно. Сейчас потемнеет, будет нормально. Смотрите, как мы уже научились их рубить тут просто. Без шансов. Бля, в игре зло у меня или там у тебя стример. Короче, я включил музыку. Выключить музыку? Хотите игровую музыку? А, ты сегодня подписался, Фоги? Привет в семью, спасибо. Спасибо огромное. Добро пожаловать в банду. Слушайте, пацаны, оставить мою музыку или хотите врубить игровую музыку? Пожелания есть какие-нибудь? Вот эта дверь. Как же ее открыть? Ставьте лайки, пацаны, ставьте лайки. Буду премного благодарен. Пацаны, кто, кстати, сегодня первый раз на стриме, под описанием, в описании под стримом есть Discord-сервер. Всех туда приглашаю, всех туда заходите, всем добро пожаловать, кто еще не зашел. Ой, блин, чуть не упал. Ну я уже Астерс, я уже пробовал, кстати, ну сколько, 4-5 стримов было с музыкой от игры, и все нормально. Я хотел просто специально попробовать, если вдруг придет что-нибудь на авторское право, попробовать как бы сказать, что мы тут просто в игры играем. Ну или не знаю. Выглядит как треугольная труба. Для чего она? Он такой развернулся, раз и получил прямо в лицо. Эти устройства доставляют куда-то детали. Куда? Блин, а чё у нас так рубить начал лук? Так же ж не было. Котя! Котька! Здорово, братуха! Ты братуха? Или братка? Привет, как делишки? Добро пожаловать в банду. Макс, насчет разделения канала. Я думаю, лучше создать один канал для стримов и один для видео. Можно еще для коротких, можно отдельный канал. Думаю, так будет эффективней. Да, Рахат, короче, на самом деле я уже там даже отвечал... то ли Санди, я не помню, кому я отвечал под комментариями. Я думал и о том, чтобы оставить все на одном канале, и чтобы сделать отдельные каналы. Ибо есть и в каждом из вариантов есть своя выгода. Котя, да, это Horizon. Играл Horizon? И мир, да, да, вот тоже вот. Правда в том, что я очень мало видео снимаю. В основном одни стримы.
И очень мало шортов. Поэтому я вот и тоже задумался, блин, а стоит ли вообще делать отдельный канал для этого? Как бы в теории, лучше, когда раздельные каналы, мне кажется. Так, слушайте, а дальше нам куда, собственно? Лучше отдельно, так скорее развиваться. Да, может, да, вот Санди тоже прав. На одном канале быстрее развиваться будешь. Блин, что у меня... А куда здесь идти, я не понимаю. А, вот же ж лестница, чё. У меня просто, если что, есть Twitch канал, но я на Twitch практически никогда ничего уже не это... Не стримлю, практически ничего с ним не делаю. Вон та штука рядом с провалом. На YouTube как-то поинтереснее это все продвигается. Очень кстати. Такая штука нарисовалась. Подождите, вы хотите сказать, что я могу сюда спуститься, что ли? Я не могу сюда спуститься, или я могу сюда спуститься? Я сюда спустился. Honda Life. Блин, а чё я сюда упал? Я не совсем понял. А, да? То есть тут такая штука. Я понял. Мне не нужно было туда падать всё. Нормально, психо изнутри думал, короче, что сейчас тут его заценят. И ай, дурачил, ну ладно. Да. Бывает. Я очень... Астерс, я тебе должен 1000 рублей за рекламу теперь, да? А вкратце рассказать, в чем суть игры, короче... Ух! Да, шизиков нам в чате не хватает. Пацаны, кто ничего не понял, да, мы тут просто сидим, Рахат и Мир, и я ржем, потому что кто-то залетел и начал свою рекламу давать, и просто не прошло его сообщение, мы его быстро отфильтровали. Спасибо Ютубу, спасибо Эмиру, спасибо Рахату, спасибо модераторам. Это все произошло настолько быстро, оперативно и круто, что... Ну и мы просто сидим с этого ржем. Санди, история игры такая. Не надо. Рахат, оставляю, не надо ничего переслать. Пускай все как есть. Это правильно, что это было удалено. История такая. Короче, много сотен лет назад машины завладели миром. И эта девочка, вот, которая, это Элой, которой я играю, она, там какая-то у нее история, то есть ее машина, якобы ее сделала машина. И она вот просто бегает, пытается докопаться до истории, что вообще произошло, как это произошло, почему это произошло, и ну и свою историю она заодно вот пытается понять. Эти устройства доставляют куда-то детали. Может, и мне на такой позиции? Слушайте, а куда дальше?
там. Йоу, а куда дальше? Вниз навряд ли. А! Смотри, прикол. Как бы об этом не пожалеть. Значит, так и есть. Здесь создают машину. Ну зачем? Нужно туда пробраться. Как все жестко и опасно. АВП мастер, здорово, братуха. Ну, зрителей пока мало, я ж только новенький. Надеемся, что скоро зрителей будет больше. Дальше я не проеду. Так, чем мы тут будем? Драться? Тут дропнуться можно. Тут можно на другую сторону. Этому лайку у вебки можно какое-то звуковое сопровождение залепить. Можно! Залепить, да? Залеплю. Когда стримы? В основном понедельник, среда, пятница, 18:30 по киевскому времени. Но я часто стримлю и в другие дни. Да, ВП мастер, да, да. Друга позовешь, то того друга. Да, конечно, конечно. Чем больше нас, тем веселее. А я зря упал, да? Да. А, нет, не зря. Все нормально. Да, я сделаю, слушай. Хорошая идея, Мир, братуха. Спасибо за совет. Рома, здорово, братуха, как делишки? Блин. Конечно, Фоги, отходи, пацаны, я знаю, что нету у всех времени. Ого, что с этой штукой делать? Пацаны, труба, я не знаю, как драться с этими штуками. Чего такое происходит? Что происходит? А! В башню, все понял. Фига себе, он жесткий. Фига себе эта штука рубит, пацаны. Ща, пацаны, подождите, тут опасный момент очень. Я вообще ничего сделать не могу. Нормальный вообще?
Сегодня будет ночной стрим, ну посмотрим. Может быть. Все может быть. Может, если Водянские появятся, мы сыграем в Division. Либо с ним ОБЭК сыграть можно этот вот, знаешь что? Warzone. Кто-нибудь хочет посмотреть, как я рейджу? Мамочки, вчера день рождения было. О, АВП мастер, братуха. Так маме привет, конечно, передавай. И поздравляю с днем рождения от нас всех. Да, Богдан, слушай, короче, я тоже заметил. Кстати, пацаны, прикол какой-то происходит на Ютубе. Я не знаю, с чем это связано. Вчера было больше подписчиков, сегодня их резко с утра было меньше. Я как бы на это не обращаю внимания, потому что они как бы, они прыгают, я заметил, прыгают. Мне кажется, Ютуб что-то с этим делает. А еще вчерашний стрим был, было 20 лайков. Помните, кто помнит? Было 20 лайков под вчерашним стримом. Как только я закончил стрим... сразу же стало минус 7 лайков, осталось 13 лайков, потом еще пацаны долайкали сегодня днем. Почему это происходит, не знаю, но я сегодня рылся там на Reddit, и много кто жаловался, тоже вот скачет, слишком скачет число подписок, то есть то вверх, то вниз, и это вот, и скачут лайки, скачут, что-то с ними происходит. Мне кажется, YouTube там либо что-то тестирует, либо то, что я нашел сегодня в документации YouTube, то, что они берут эти подписки и проверяют их. Они типа снимают их. Например, на меня подписалось 50 там, человек, да, грубо говоря. Они берут, снимают их, они их проверяют. И потом, если это реальные люди, то они их возвращают назад. Если это какие-то боты, либо какой-то спам, то они их не возвращают назад. В принципе, это круто. Потому что мы знаем, что у нас тогда вот эти вот люди, кто там есть, да, ты сколько, 1820 сейчас, да, или сколько, что это реальные люди, как бы это круто. Тем, что YouTube чистит нам ботов всяких, потому что у меня были подозрения на то, что кто-то мне ботов закинул в понедельник, вот такая вот штука была. Дима, здорово, Скур, братуха, как делишки? О, смотри, чистка Ютуба, у народа по 2-3к лайков слетало несколько раз за стрим. Да, 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 то есть вот Ютуб что-то делает, поэтому, я не знаю, ну подождем месяцок-второй, как бы это, если делают, значит им... Лайки снимаются сейчас у тех, кто залетел, лайкнул и вышел, даже у реальных. А, я понял, типа, кто просто лайкнул и ушел, не провел время на стриме. Ты на папича похож, но ты помни. Блин, а куда перейти, что это, слушайте? Ох, я так похавал. А ботов Тиндекс напустил на YouTube, чтобы на Тиндекс переходили. А какой Тиндекс? Зачем мне Тиндекс? У нас тут... Макс, Дим, здорово, привет, братуха. У нас тут на Ютубе тусовка классная нарисовывается. Зачем нам Тиндекс? То есть какая-то другая платформа именно специально ботов нафигачила на Ютуб, да? Уроды. Так. Нам явно не сюда. А, может нам наверх сюда, слушайте. Нормально, Макс, делиши. У тебя как делишки, рассказывай. Запас карман не тянет. Как настройки там открыть? Какие настройки? А, в Геншин? В смысле, Глюканав? Ты же мне рассказывал, как в Геншин открывать настройки. У
О, чуть не упал. А ВП-мастер как модерку? Ну пока модерку никак. Сорян, братуха, если это плохие новости для тебя, но пока никак. У нас пока что мало людей на стриме. Если будет много модераторов, то получится просто вечеринка модераторов, и люди обычные, у кого нету модерки, просто не захотят сидеть в этом и проводить время. Народу будет скучно и неприятно. После футбола? Ты футболом занимаешься? Спасибо. Совсем рядом. Блин, тут эти противные будут... Как и как с ними работать, я не знаю. Ой, смотри, какая штука сзади тут. Пацаны, сегодня я не знаю, сейчас я специально бегаю по пещерам. Осталось еще вот это, и еще потом две пещеры будут. Дело в том, что в этих пещерах какие-то обилки, да, если ты проходишь эти пещеры, даются обилки. И хочется эти обилки, в принципе, получить. А дальше, а вот. Блин, смотри, какая там хрень будет. О боже мой. Кто-то проснулся и требует сиську, малая, но она не спала, кстати, она не спит. Сейчас мы тут по кругу зачистим все. Секундочку. А, на мини-поле играете? Прикольно. С дружбанами собрались и чисто сделали команду, да, свою, типа, и между собой там рубитесь. Блин, это круто. Знаете, что мы сейчас сделаем, пацаны? Нужно закрафтить кое-что. Нужно. 49 тир. 40 тир. Нужно вот эту штуку заменить вот этой штукой. Вот эту штуку нужно заменить... 8 дэмэдж. Тут сколько? Тут 9, да? 8-9. Хорошо. Тир и фриз. Блин, дэмэджа бы добавить, слушайте. Давайте дэмэджа добавим. Приятного аппетита, АВП-мастер, здорово. Ой, блин, здорово. Приятного аппетита, конечно, кушай. Слушайте, тут нужно что сделать? Тут 13, тут 5, да? Вот это, где тут 5 стоит. Тут нужно эту восьмерочку поставить. Правильно? Правильно. Handling 31. А, вот тут вот шок можно сделать. Скилл еще можно поднять. Ровен, здорово, братуха. Есть своя команда, называется КФК, почти как KFC, ну да. А КФК как расшифровывается? Ну что, пацаны? Будем получать по жопе от этого гиганта. Знаете, что я сделаю? Я только сохранюсь. А чё, не трините? Ну да, теперь будет знать. А я не могу сохраниться, да? Офигеть. Добро пожаловать обратно, Фоги.
Мама! Эта машина не даст нам ничего сделать. Нормальный вообще перец, слушайте. Где он? Завтра стрим, да, пацаны, завтра будет стрим. Есть идея просто посидеть, пообщаться с вами в чате, да посмотреть вместе какой-нибудь ТикТок. Кому такая идея по душе? Без игр. Или в игры будем играть? Ой, назад, ой, назад, ой, назад. Фига себе рвануло. Ой, ой, застрял. Развалили, хух ты! А что Данил спрашивал? Всем хай, здорово, Данил. Мой ТикТок, так у тебя там мало видосиков, слушай. Посмотрим просто выборочный, Ровен, выборочный ТикТок, посмотрим, что там будет просто. План просто такой, чтобы просто посидеть с чатом, пообщаться. Посидеть, почитать чат и поотвечать на вопросы чата, если у кого-то какие-то будут вопросы. Такая идея нравится или нет? Вот, смотрите, видите, короче, новая, блин, обилка появилась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слушайте, их тут шесть, а я прошел три, да, что ли? То есть их больше, этих пещер, значит, чем я думал. Я думал их... Или можно, короче, не, ну да, давайте сделаем ТикТок. А, кстати, я бы в этот Геншин еще, блин, я бы еще и в Борн очень сильно хотел. Я тоже, в принципе, хотел поиграть в этот, в злосчастный этот ведьмак, который у меня никак не получается вообще поиграть. Я там, блин, как корова на льду. Сейчас, а где смотреть? Понятно, мне нужна вот эта, вот этот уровень, да?
Где смотреть все эти пещеры, которые... Фигня. Ладно, фигня. Эту пещеру прошли. Тут была где-то пещера тоже, ее прошли, да? Вот это что, мы эту не прошли пещеру, что ли? Я не понял. Одну-то мы точно прошли когда-то. А, вот эту мы прошли пещеру. То есть две пещеры прошли, да? Что, пройти еще одну пещеру или пойдем на миссию все-таки? Не, идемте все-таки на миссию пройдем. Потом с пещерой разберемся. Воу! Вайпер, GG Games, Дастин Лоли, пацаны, всем привет, спасибо за подписки. Это угощение от королевы Насади, малыш. Королева помнит о вас и помогает, чем может. Ешьте, ну и домой своим принесите, если есть кому. А я, блин, я ж не собирался. Гроза машин, острое копье, милые веснушки. Говорят, у тебя есть совесть. Так экстравагантно. Так, Рахат, она ж потом появится. Явно не из Карха Тьмы. Меня зовут Ванаша. Наверное. Пока тебе довольно знать, что я здесь глаз рассудка в настоящем водовороте безумия. Мне это знакомо. Не сомневаюсь, как и у Тиду. Хороший человек. Конечно, Карха Тьмы хотят его убить. Я кое-что разузнала. Он идет на зеленый склон. Там охотники его очень быстро найдут. Хочешь ему помочь? Он был бы очень рад. Помогу, только не сейчас. Я сделаю, что смогу. Ну а ты-то сама? Что, а я-то? А ты-то что будешь делать? Всякие полезные вещи. Три мертвых дерева к востоку от закатной крепости. Начало зеленого склона. Удачи. Нет. Мы вот на вот эту миссию идем. Я могу делать работу этих чужаков и даже больше. А мы тут все попродавали? Все, что не нужно. Пока вроде бы тут ничего продать невозможно. Ладно, хорошо. Я сейчас у тебя серьезно спрашиваю, это нормально, если тебя дома называют мама? Оф. Я даже не знаю, пропускать такой ровен или нет. Но это ненормально. Я считаю, что это ненормально. Да, Рахат, я тоже сомневаюсь, можно ли такое показывать. Я просто... Ну, не надо показывать. Я, да, это личное. Я просто отвечу Ровину так вот, что это ненормально, я считаю. Всем читать это не нужно. Потому что у всех разные ситуации, разные эти...
Я хотел покрафтить, да, там что-то? Я хотел покрафтить, вот. Опа! Еще остается только вот эту вот. Нужен кабанчик один, да? Окей, окей, окей. Ну все, сейчас меня тут будут, блин, разваливать. Опять дикарка. Дикарка, да. Вернусь попозже. Та женщина сказала, что будет ждать меня у зеленого шатра в лагере. Может сходить туда? Та женщина сказала, но я на миссию шел изначально, поэтому... Поэтому что там женщина сказала? Пойдем. Я спускаюсь. Я посвятил жизнь тому, чтобы выведать тайны этого мира. Откуда взялись машины? Почему сгинули предтечи, способные творить... А это ж еще какая-то пещера, 100%. Многие годы, десятилетиями я натыкался на стены, которых не сломать, и двери которых не открыть. Так. Пока с Дикого Востока не явилась охотница. И на тебе, перед ней все тайны мира лежат как на ладони. Полагаю, тебе с этой дверью повезет больше, чем мне. Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Неисправность. Это что, шутка? Я что, смеюсь? Заткнись. Должен быть способ. Эй, я Элизабет Собок. Мне нужен доступ. Запрошен доступ. Корневые командные функции доступны. Желаете продолжить? Желаю. Открывай дверь. Анализ. Дима, здорово, братуха. Исправен ввиду механической поломки. Доступна процедура аварийного вентилирования. Желаете продолжить? Да. Да, Эмир, понятно, мы поняли. Давай, разваливай там всех. Недооценил тебя. Который раз. Это привлечет внимание. Теперь нам придется поторопиться. Нам? Вообще-то я тут одна своей шкурой рискую. Как угодно. Только скорее. Нам столько всего нужно узнать, а времени так мало. Погнали. Добро пожаловать в новый рассвет. Новый рассвет. Мы его нашли. Что тебя так удивляет? Система диагностики обнаружила многочисленные ошибки. Попытка восстановления. Так. Ой, пацаны, а это... А, нет, это не то. Думаю, это преддверие. Осмотрись. Дима, с какой я страны? Сам я с Украины, а уже много лет живу в Чехии. И стримлю с Чехии. Но сам я... Киевлянин. В прошлом. Присядьте и подождите, пока вас вызовут. А ты откуда? С какого города? Дополнительные напитки. Проследуйте в зал номер 1 и просмотрите важное сообщение касательно цели вашего визита. Вы поняли? Тут кофе до сих пор передают, продают после 1000 лет там. Она сказала 100 лет.
Что это было такое? Голографический. Ты тоже с Киева, смотри. Как круто. Воспроизведение. Это проект «Новый рассвет». Я генерал Хейс. Дима, играл в Horizon уже? Председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Знаешь, о чем игра? Вы все слышали, что «Новый рассвет» — это такое секретное супероружие. Технологическое чудо, которое спасет нас от чумы Фаро, если операция «Свобода» поможет сдержать наступление роботов. Я знаю, вы это слышали, потому что я сам пустил этот слух. И все это ложь. Новый рассвет вовсе не проект супероружия. И он нас не спасет. Ничто не спасет нас. Вот почему. Когда мы узнали о сбое, было уже поздно. Чуму Фаро не остановить? Никак. Роботы будут размножаться и поглощать биосферу. Жизнь на Земле будет уничтожена. Наша планета превратится... Спасибо, Димон, спасибо. Ровен, братуха, это что, ты серьезно такое говоришь? Сколько бы мы ни убили, роботы размножаются в геометрическом... Ну его в баню такое, да. Ровен, давай такие вещи, если хочешь, можем по Дискорду пообсуждать. Лучше на стриме такое, блин... Это опасная тема. ...сигналы. На то, чтобы взломать такой код, уйдет полвека. У нас всего 16 месяцев. Так что этот вариант не подойдет. Уничтожение биосферы не тот случай, когда можно отсидеться в бункере или на орбитальной станции. Земля, какой мы ее знали, исчезнет. Останется токсичная каменная глыба, населенная роботами Фаро, спящими в ожидании еды. Вот правда, что кроется за ложью об операции «Свобода». Моей ложью. Ложью, призванной побудить миллионы невинных людей пожертвовать собой в бою. Зачем? Цель одна. Выиграть время для вас и для вашей работы здесь. День, когда все живое на Земле вымрет, уже близок. Он неизбежен. Суть нового рассвета в том, чтобы мир мог возродиться. Давайте, да, пацаны, ставьте лайки. Не забывайте. Почему я предоставлю Элизабет Собек? У меня все. А то нас вчера на лайки обокрали. Нам дали 20 лайков, а в итоге YouTube 7 лайков снял. Блин, обидно. Как так может быть? Ведь жизнь на Земле не исчезла. Он сказал, что это неизбежно. Но ведь избежали. Как-то же Элизабет нас спасла. Нужно еще поискать. Нужно выяснить, как она сумела. Так. Они пробрались сюда, по шахтам. Ты должна узнать правду, несмотря ни на что. Рассредоточиться! Убивать все, что движется! Что это такое? Гробница? Так и будет. Я не умру. Ха-ха, как мы его? Убегаю, да. А ты догонишь? Я только вот не понимаю, почему челы, которые стреляют непонятно с чего, они более выносливые, чем обычные. По-моему, это несерьезно. Примитивным дикарям нас не остановить.
Точки с данными. Что в них? А мы сюда не зайдем, да? Хорошо, мы отсюда посканируем, да? Макс, а можно ответ на мое послание, сообщение ответить, повторить? Мне просто отойти пришлось. А, Ровен, да, я говорил, что такие сообщения, конечно, это опасная тема для разговора. Если хочешь, мы можем с тобой поговорить об этом как-нибудь в Дискорде. Мы можем с тобой в Дискорде поговорить на эту тему, если хочешь. Ой, тут жестко, да? А, да? А, это чисто обходные пути такие, что ли? Дима, у меня как дела? У меня дела круто. Ты рассказывай лучше, как у тебя дела, как там в школе. Я понял, тут как ни крути, придется идти сюда. Дайте я пушку возьму с собой. Это уравняет шансы. У меня просто телефон забрали. А. Ничего себе. Хорошо. Вы все слышали. И это правда. Ой, ну та я сегодня, Рахат, та я сегодня спала, кстати, ночью. Скоро исчезнет. Сейчас там что-то покрикивают. Ну, начинает спать. Надежду. Своими руками сделать зерно, из которого на мертвой планете... А, дистанционное обучение? Легко на дистанционном обучении или сложно? Проекта «Новый рассвет». Создать разумную автономную систему терраформирования и снова вернуть жизнь из небытия. Что нужно такой системе? В основе искусственный интеллект, способный принимать триллионы решений, необходимых для реконструирования биосферы. Бессмертный страж, призванный возродить жизнь на Земле. Ее имя — Гея. Мать природа в форме машины. Но это лишь ядро системы. Она должна быть окружена и защищена всеобъемлющим набором придаточных функций. Считайте их продолжениями ее сознания для выполнения конкретных задач. И хоть это и не искусственный интеллект, но каждый из них представляет собой инженерную задачу более сложную. Двойки на дистанционке дают? Создавала прежде. Технические средства, которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов. Подземные комплексы, где все это должно храниться. И это только начало. Нам не нужно строить все самим. Автономная система терраформирования сможет строить себя сама. В ближайшее время вы поймете, как все эти элементы и функции сложатся воедино. Поймете, как быстро будет нужно собрать материал, написать код, создать и разместить оборудование. А потом запечатать комплексы, прежде чем настанет конец. Но что еще важнее, вы поймете, что мир выживет. Гея напишет коды деактивации, о которых говорил генерал Хэрис. Построит трансляторы для передачи сигнала и отключит роботов Фара навсегда. Гея не просто построит роботов, но и разработает их под те задачи, которые могут встать перед ней в будущем. Будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей, озеленение Земли семенами из криохранилищ, заселение планеты организмами, и когда все будет готово,
В колыбелях, раскиданных по всему миру, родится новое поколение людей. Они получат Аполлон. Огромную базу данных о всех достижениях человечества, откуда они все узнают. О нас. И самое главное, как не повторить наших ошибок? Это не пустая мечта. Ее можно воплотить, работая без устали, не останавливаясь ни перед чем. Мы не спасем мир от гибели. Но вместе с вами и с Геей мы создадим надежду. Давайте создадим надежду на будущее. Интересная штука. Слышишь, Рахат, братуха, а что там с дистанционкой и заменой номера? Ты хочешь сказать, что тебя типа учителя найти больше не могут? Да. Машина. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Ради жизни. Ради нас. Но тогда зачем Аид? Если он был частью Геи, как он оказался внутри робота Фаро? И почему он хочет меня убить? А Аполлон? Архив знаний? Что с ним стало? Я, как и ты, в замешательстве. Возможно, ответ нас ждет впереди. Внимание! Медицинский отсек недоступен. Смотрите, тут какая-то штука есть. Лол, мне друг пишет, что у него комп крашнулся. Ничего себе, а почему это у него комп крашнулся? Ну, обидно. Так скажу, обидно. Слышишь, а тут можно куда-то повыше подняться? Нельзя, наверное, все, это, наверное, все. А я, кстати, себе пообновлял недавно биосы всякие, блин, на видеокарту, на материнскую плату. Вирус какой-то, вирус это плохо, блин. Я хожу с этой штукой как это. Ну просто я знаю, сейчас там будут какие-то подлецы. Моя очередь. Лазутчица, взять ее! Кого вот взять, а ну? А чего они не умирают, я не понял? Вообще жесть, слышишь? То есть мне придется, подождите, что туда мне придется опять? Эту штуку пойти забрать или нет? Внимание, медицинский да. Отсек недоступен. Прикинь. Блин. А типа у него крашнулся комп и больше не запускается, все? Конечно, что ли? Блин, ну это обидно. Так, это что у нас такое? Блин, обидно, слушай, на самом деле. Твоему дружбану не позавидуешь. Вот только не...
Фух. Есть другой маршрут. Отделались с легким испугом. Тут нужен визор. Короче, давайте сейчас, знаете, что сделаем? Поднесем эти штуки как-то сюда, я не знаю. Блин, ну дружба, ну скажи, мы ему сочувствуем. Это, конечно, неприятная вещь. Я бы сам, наверное, сидел, плакал, слушай. Чтоб мой комп сломался. Ох, как бы я ныл. То есть нам нужно попасть вот сюда, да? Ну что, еще один. Надо подобрать конфигурацию. Влево, вверх, влево, вниз. Все просто. Влево, вверх, влево. Блин. Влево, вверх, влево, вниз, вправо. Влево, вверх, влево, вниз. Вправо. Все. Нам это, блин. У Бретта руки не оттуда растут. Я удивляюсь, как он. Вверх, влево, вниз, вправо. Теперь все перепуталось. Мне не платят за то, чтобы я. Детали нет. Пусть теперь сам идет на склад за новым эмиттером, раз такой умный. Смотри, а сюда же можно запрыгнуть, правильно? Стой, 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 стой. Туда точно можно залезть, пацаны. И я собрался туда залезть. Как туда залезть? И там же эта деталь. У-у-у. Люблю ребусы. А, вот у нас лестничка. Полезли, полезли. Полезли, полезли. Пикап. Нашла. Подняли. Без повреждений. Подняли одну. Пролутаем эту штуку. Воткнем эту штуку обратно. Так. Вверх, влево, вниз, вправо, вверх. Влево. Вниз. Вправо. И вверх. Вверх, влево, вниз, вправо и вверх. Что? Вверх, влево, вниз, вправо, вверх. Ё-моё. Неужели с другой стороны? Вверх, влево, вниз, вправо. Алло, игра! До топливного элемента, есть там топливный элемент в миссии, которая пока что недоступна. Слушай, вверх, влево, вниз, вправо, вверх. То есть это я дурак, что ли? А, тут наоборот, эта херня перевернута. Фара, видишь, фара написана вверх ногами. О, ё-моё, то есть это получается что? Вниз. Вниз, влево.
Вверх. Право и вниз. Получилось. Ха-ха! Должно открыться. Давай посмотрим, 200 что за... IQ, пацаны. Блин, слушай, было бы 10 тысяч подписчиков, мы бы, я бы на своих иконок на YouTube наделал бы. Было бы круто. Наделал бы там 200 IQ и все такое. Бах. Так, подождите. Я это возьму. Я это. Полюбасу беру. Не понял, возьми эту штуку. Затмение. Они здесь. Обойди их. Закрепили. Гея. Она там. На втором этаже. Доберешься? Будет непросто их обойти. Извините, пацаны, тут какой-то смс пришел. А, Дима, спасибо за фоллоу на ТикТоке. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин! Тут чел заглючил. Это игра заглючила, смотри, я чела. Я ни с чела не смог, что за бред? Пришла. Я просто не видел. Куда я стреляю? Она говорит, обойди их. Да говна обойди, мы их развалим сейчас. Слушай. Со всеми разобралась. Подпишись на меня в ТикТоке, тоже мы... ну, я видел, да, я видел на ТикТоке. На ТикТоке подпишусь, не вопрос. Ко мне! Я вообще ничего не вижу. Ой! Вроде все. По крайней мере, пока. Тогда не стой на месте. Найди Гею. Сейчас мы тут пролутаемся, как положено. Блин, нифига себе, они мне здесь наваляли. Структурные повреждения. Доступ невозможен. Так. А, это все есть, это все есть. Привет, я Марго Шен, а это Гефест. Как следует из имени, это будет подфункция, с помощью которой Гея сможет штамповать роботов. Вроде как штамповать просто, прям. Только не все так просто. Короче, вы же, думаю, заметили, что инженеров среди нас только треть.
Остальные эксперты... Да, положат... Дима, заходи под стримом, в описании есть ссылка на Дискорд. Всех туда приглашаем. Блин, ну такой залипон по этим пещерам лазит. Кажется, это здесь. Кабинет Элизабет Собок. Но он закрыт. Опять они. Осторожно. Перед вами Аполлон. Коллективная память всего человечества и источник знаний для будущих поколений. Я Самина Абаджи. Еще недавно я руководила Международным институтом коллективной памяти в Новом Тегеране. Я посвятила карьеру сбережению накопленных человечеством знаний, творческих проектов и культурных памяти. Фига себе! Артем Гек, здорово, братух, как делишки? Я твой стрим первый раз смотрю. Спасибо, что смотришь вообще. Спасибо, что зашел, конечно. А ты давно подписан или нет? Или только сегодня подписался? Они знают, что я здесь. Они больше не могут... Блин, эти штуки такие жесткие. Так, кто там еще остался? А ну иди сюда, ты там сверху. Эй, ты сверху, а ну иди сюда. Вижу врага. Макс, как тебе игра Сквад? В пещере чудес. Осмотрись. А я не видел Сквад еще. А, ты еще вчера, Артем, я понял. Ну спасибо огромное, что зашел, что заходишь. Gizmo? Gizmo? Кофе. Кофе. Можно я тебя буду просто кофе называть? Здорово, кофе. Спасибо, что зашел. Как делишки? Слушай, а как туда... А, там вот лестница есть. Подожди, подожди. Я сейчас залезу сначала туда наверх. Пацаны, кто уже играл в игру? Кто знает, о чем игра? Я думаю, игра очень классная. История классная. Ну и геймплей классный. Мне вообще нравится, зашла. Игруха супер. Ну залазь давай. Знакомьтесь, это Аид. Аварийный протокол нового рассвета. Реально, программа убийца. Но я знаю... Военная игра, приключения... Так зачем давать ей подфу? Ну, не знаю, не знаю, Рахат, надо посмотреть. Я посмотрю обязательно. По-другому наверх не попасть. Перед вами Элифия, главнейшая и важнейшая программа под функцией геи. Ведь именно благодаря ей человеческая... А это... случайно не... нет. Я Патрик Брошер Кляйн, руководитель этой программы. Давайте только мы сразу проясним один момент. Эмир, сколько раз ты там выиграл? Тогда мне придется что-то выбросить. Наша цель — сберечь человеческий геном. То, о чем я думаю? Искусственные матки. Комплексы колыбель. Ладно, мы туда зайдем. Искусственные матки, говорит, слышишь? В таких местах
родится новое поколение людей. Я понял, тут, короче, мы все про... Все, надо идти дальше, я понял, окей. Одно из них? Есть лишь один способ узнать. Люк не открывается. Там говорилось что-то про поврежденный альфа-реестр. Надо обыскать кабинет Элизабет. Ах! А что там, тиммейт-то плохо играет, что ли? За что это ты так, тиммейта? Или случайно? Погнали наверх. Тут ничего нет. Ах. А как можно в Counter-Strike минус один? Он типа с высоты упал, что ли? Хотя козьи демонстрируют. Одной логики мало, Тед. Гея должна быть лично заинтересована в успехе. Должна переживать. Кофе, буду играть в Форд еще, но только я не могу сказать конкретно, то есть... Что-то было. Какой-то компонент. На этой неделе уже, на этой неделе точно не смогу. Потеря сознания на время транспортировки в Прайм и монтажа. Могу я высказаться по протоколу? Потом на новом месте мы подключим придаточные функции и проверим взаимодействие. Элизабет, я слышу волнение. Все хорошо? Да, да. Обстоятельства вынуждают нас начать... А, я понял, что он сделал. Он тиммейта своего вальнул. Кофе, а ты играешь в Fortnite, да? Лишняя тяжесть. Ну чё, смотрим видосик? Файл с альфа-реестром. Да-да, нервы сдали, я понял, я понял. А ты хорошо, Эмир, играешь в КС? Теперь... Может, нам придется сделать стрим именно тал из 10 человек 5 на 5 поиграть в КС, что ли? Секреты. Где я родилась? Может... Узнаю, кто меня родил. Кто? Ты правда такая наивная? Не надейся, что там тебя кто-то ждет. Тебя произвел на свет не кто-то, а что-то. Ублюдок. О нет, я законорожденный. Это ты, Элой, порождение машины. Но какой машины? Для чего? Зачем тебя создали? Затмение. Ого. Быстро уходи. То, что ты нашла, бесценно. Ты бесценна. А, у тебя ПС? Я понял, я понял. Ну, ПС-ка норм. У меня, я на ПС-ке тоже долго много играл. А что он сюда бросил? Бомбу какую-то? Я на ПС-ке очень много играл. Ухо чешется. Жива. Хорошо. Тебе уготована более подобающая смерть, дитя. Ну, 6 очков настрелял в КС, Эмира. Я, кстати, извини, братуха, но я мимо. Я не шарю, сколько это. Это много, мало. Сейчас мы будем с каким-то быком тут драться, пацаны. Всю мою жизнь. А, кофе, братуха, тоже под стримом, пацаны, под стримом, кто не зашел, кто на стриме, под стримом в описании есть ссылка на Discord, заходите в Discord, все добро пожаловать, мы там общаемся, часто играем друг с другом в игры, в основном я. Пока не появилась ты. Когда мне сказали, что ты... Выжила. Сейчас будет босс, да, сейчас будет босс. Но этот будет, я не этот чел, будет какой-то бык, по-моему, не помню. Ну сейчас посмотрим. Рассвет после заката. Неизбежная гибель моих врагов. Но я ошибся. Как? Почему? А, закил 2 очка. И ты набил 6? 106? С каждым убитым воином мои сомнения росли. Ничего себе. Я все вспоминал момент, когда мой нож был у твоего горла.
один взмах. Одно движение лезвия, и тебя бы не стало. Моя рука сразила много врагов. Нет, Кофе, не играл я в Сабнаутику. Она у меня есть, но я в нее не играл еще. То, что должно. У тебя шрам на щеке. Тебе помешали. Да, я помню. Хороший воин. Для дикаря. Его звали Раст. И тебе с ним никогда не сравниться. И все же он позволил так запросто выпустить себе кишки. Нет. Дело не в нем. Я мог бы тебя прикончить. Но не стал. Эта ошибка не давала мне покоя. Преследовала меня. И лишь когда я поймал тебя там, в том месте, я, наконец, постиг мудрость солнца, великий замысел, что связал эти события. Ты должна была выжить в тот день. Должна была... 4000 киллов за одну игру? Это ж Эмир говорит, он за одну игру столько настрелял. Было предначертано здесь... схватить тебя. Я слышал про Субнаутику, может, поиграю, да. Даром солнцу. Я, если буду играть, я обязательно на стриме ее запущу. Все так, как должно было быть. Как было предсказано, согласно его замыслу. Что ты болван. Да, опасный. Но болван. Все эти разговоры про веру, про судьбу. Наверняка Аид говорит теми же словами, да? Тобой просто манипулируют. Аид — древняя машина, а не эта ваша погребенная тень. Плевать ему на меридиан. Да, 40, он... я понял. Я думал, даже 50 где-то. А ты? А то и больше. Раб. Я служу непогребенной тени. Я служу солнцу в тени. Противоположности слились во имя одной цели. Тень и солнце. Тьма и свет. Ты правда не слышишь, как нелепо это звучит? Этот чел на экране не дружит с головой. Королю, а теперь служишь сумасшедшей машине? Сдаешь позиции как-то. Припомню эти слова, когда буду смотреть, как горят твои останки. Боюсь, ты не уловила сути. Я победил не только тебя, но и сомнения. А настоящая вера дарит бесконечную силу. Нет, Дим, пока не играл я в эту игру, много кто спрашивал. Не самообман. Круг замкнулся. У меня ее просто нету. Каждый элемент на своем месте. Ровно там, где должен. Блудный зверь пойман, его удел известен. Пойти на заклание. Да-да-да, пули на шее, я заметил. Кстати, о жертвах. Забыл тебе сказать. После того, как ты обрушила нашу сеть, я отправил гонцов на восток. Приказал собрать войско и атаковать вашу священную землю. Синора будут казнены. То есть моей целью была ты, но похоже... Бравл Старс я запускал как-то, слушай, нужно его запустить будет поиграть на стриме, это, по-моему, веселая штука. Слышишь, а за что твоего дружбана забанили? Зачем убивать десятки невинных людей? Пустая трата сил. The Forest? Я даже не смогу полюбоваться. Слушай, что-то знакомое такое, не играл, точно не играл. Приказ я уже... Блин, у меня полно игр на самом деле. Нужно будет я потихонечку хотел, все будем играть. Старание... Ну, все не знаю, но будем играть, но я буду играть много игр.
Ты обрекла не только себя. Про Бравл Старс, блин, мне уже, наверное, год рассказывают. Типа, давай поиграй, поиграем. Я на телефон установил. Это ли не воплощение? И что-то удалил. Не запускал даже. Но нужно будет запустить. Такое могущественное устройство. Чуваки, я вчера такую игру видел. Знаете, какая игра? Слушайте, смотрите. Вот, я в чат написал название игры. Посмотрите, что за игруха. Она, правда, денег стоит, но это... Ее нужно играть вдвоем. Это крутая штука. Я, блин, отдохнул вчера. Есть там один американский стример, который... Ну, в общем, он и стример, и ютубер. Он сам индус, но он живет в Америке, он говорит с американским акцентом, да, но он именно запустил вчера с каким-то дружбаном поиграть вот в эту штуку, It Takes Two. Блин, это крутая штука, там пазлы. Эмир, как тебе эта игруха, ну? Мнение свое. Интересно, что ты думаешь по поводу этой игры. Но. В нее надо играть вдвоем. Классная, да? Офигительная. Я бы с кем-то поиграл на стриме. Видишь, на сей раз я не стал медлить. Вот я в эту штуку я бы с кем-то реально поиграл бы на стриме. Вот надо найти, у кого есть. У пылесоса глаза высосали? Ну, я не помню, какой я смотрел там, ну, немного, я, может, минут 10 посмотрел стрим. Мне понравилось. Ну, тем более, я смотрел даже не стрим, а именно запись стрима уже. Верные карта. Наши годы во тьме закончены. Богдан, знаю Rust, знаю, не играл Rust. У меня есть дружбаны, кто играет Rust, я что-то руки не дошли никак. И очень скоро ложный король будет мертв. А мы вернем себе святой Меридиан. И в этом я стану орудием пророчества. Ныне слились воедино все половины... Блин, этот видос, я играть хочу, а я... Мы видос смотрим два часа. И тьма, день и ночь. Узрите! А, Windows 7 еще? Всем сидеть! Разве вы не видите благословение солнца перед своими глазами? Как могли подобные создания ночи выйти на охоту среди бела дня? Если бы это не было угодно великому солнцу! А у меня десятка, пацаны! Освещая кольцо солнца, великий Джеран казнил здесь многих неверных, бросив их под копыта бегемота. Ого, я с каким-то быком сейчас буду драться. Но еще страшнее он, когда его окутывает сила тени. Так пускай это вероломное отродье отдаст свою жизнь. Пусть она станет первой из тысяч! Блин, ничего себе, слушай, в КС 30 FPS это жестко. А как с этим быком драться руками? Без оружия такого не заберешь. Все мое оружие на платформе, и отсюда никак не сбежать. Еще за все. На какой нафиг платформе? Не подставляйся. Какая платформа? Где мое оружие, ё-моё? А ну давай в эту платформу врежешься, чувак. Сработало. О, смотри. Сбить платформу рухнет. Вместе с ней мое оружие. Сейчас бросится. Давай в эту платформу, давай. Есть. Ой, смотри, какая красота.
Быстро мы поняли, что с этим делать. У меня ПС-ка была, я продал. Была PS4 Pro. Ну, вот теперь я готова. Он меня затоптал тупо с одного удара. Я готова. А ты теперь большая тупая мишень. Ну, подходи. Надо заморозить яркость. Алло, я тебя вообще не... Да ладно! Да ладно тебе, блин. Алло. Вон та емкость на брюхе. Что-то важное. Нормальный вообще? Так, тут потому что надо знать, почему стрелять. Я уже понял, то надо стрелять по нижней части. Смотри, сейчас покажу. Да ладно тебе, блин. Ну нормально, блин, ну... О, фан, здорово, братуха. Богдан, еще раз привет. Пацаны, сейчас, у меня тут сложный, короче, босс. Очень сложный босс. Ну, подходи. Эти компоненты по бокам головы. Они как-то задействуют в ходе атак. Надо заморозить емкость. Стой! Что она сказала? Нужно заморозить емкость? Заморозить емкость? А чем я ее буду морозить? У меня нечем морозить.
Нету у меня морозильной пушки, смотри, прикол. А, фриз! Стоять! Нет, нету у меня морозильной пушки, прикинь. Ты играл в легенду? Нет, 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 Дим, не играл в легенду. Что за легенда? Блин, а что, собственно, как ее заморозить? А, слушай. Смотри. Смотри, 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 что можно сделать. Блин, у меня нету пушки для замораживания. Не, ну все, конечно, будем попробуем как-то, я не знаю, как его, без замораживающей, значит. Слушай, ну я понял. Ах, западло, слушай. Ладно, будем его без заморозки фигачить, значит. Что-то важное. Да блин, хрень какая-то. Сейчас, короче, я просто не могу сосредоточиться. А ты теперь большая тупая мишень. Ну, подходи. Сейчас, я просто пытаюсь просмотреть, что у меня в инвентаре есть. Попробую огонь, да, попробую огонь. Я хотел... Короче, там было, не надо было так смотреть. Надо отсюда смотреть, что в инвентаре есть. Сейчас, у меня там в инвентаре была такая штука. Заморозь. Freeze damage resistance for... Ага. Shock resistance. Health boost. Сейчас, короче, выпьем health boost. Набросаем мин. Большая тупая мишень. Ну, подходи. Нормально вообще? Ну нормально, блин, ну как такое может быть? Я за километр возле него, слышишь? А ну развали эту колонну, да. Я
Не, ну придется его валить, пацаны, просто вот так вот, ну. Ну на, блин, ну как такое может происходить, я не понимаю. Быстрее, 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 быстрее. Так у меня их нету. Мы эту падлу разорвали. Мне кажется, что во время заряда стрелять надо. Тихо! Кофе можно. По поводу модератора договаривайся с Эмиром и с Рахатом. Я вообще к модерированию не имею никакого отношения. Убить ее! А почему ты? Эмир, Рахат, как я вас подставил? Ого, кто-то тут. О, прибежал чел. Опа! А эту штуку можно тоже... Предатель! Не, ну круто! Ух ты! Пацаны, как раз завалили... Ой, мышка упала со стола. Слушайте, ух, я чуть подустал. Давайте сделаем... Дима, давай дружить, давай дружить, давай дружить. Пацаны, сделаем 5-минутный перерыв. Я сейчас чуть подустал, мне нужно пойти пописать, водички налить, короче. И я вернусь и продолжаем играть, но после 5-минутного перерыва. Хорошо? Кто останется, огромное спасибо вам, огромное. Просто, блин, радужно обнимаю вас, целую и люблю. Кто уйдет, понимаю, у всех свои дела. И тем более на экране, блин, сейчас вернусь, сидеть неохота. В общем, 5 минут перерыв, я скоро буду.
Я здесь. Неправильно говоришь, предложение сформулировал. Ну да, согласен. Короче, поехали. Да, Эмир, слушаю. Вот он ты. Настоящий. Жизнью рискнул. Бодя, здорово. Без тебя мне никогда не разгадать тайны священной горы. Тогда ты зря потратил... Как вы меня спалили? А ну-ка расскажи. Борис уничтожил мой визор. А с ним и Альфа-реестр. Вовсе нет. Все то время, пока мы держали связь через визор, я копировал данные. Так что переместить их в новый визор не проблема. С днем рождения, Ази. Мне нужно было пописать. Папочка поссать. Тебя очень любит, крепыш. Знаешь, ты как нарочно злишь меня, Сайленс. Но куда деваться? Посмотрим, где ты родилась. И, может, узнаем, зачем? Да. Посмотрим на машину, которая меня родила. Так будет точнее. До скорого. Стой. Что? Пофиг. Мне пора. Пять минут были как 40? Ну, извини. Гелис послал отряд затмения на священную землю Нора. Племя и так ослабело. Не могу обещать, что больше этого не повторится. Пойдем со мной. Нет, прости. Мне нужно завершить приготовление. Какие еще... Зачем, я спрашиваю? Все равно не скажешь. Когда придет время, я выйду на связь. Поговорим позже. Да, кстати, если пойдешь на территорию Карха Тьмы... Что у него на бороде такая, смотри? Маскировки. Ты, как всегда, все продумал. Кто-то же должен был. Элой, когда ты искала Альфа-реестр в бункере Нового Рассвета... Тимур, здорово, Дима, привет. Я знаю английский, да. Я надеюсь, внутри этой горы тебя в самом деле кто-то ждет. Не что-то, а кто-то. Но! Пишет, что трансляция началась 7 минут назад? Но это жестко. Короче, пацаны. А что за фигень? Я не понял, подождите. А как мне вот эту миссию открыть? Подождите. Что-то здесь не то. Да, можно телепортироваться. Да, Артём, да, давай. Блин. Слушайте, у меня здесь столько штук всяких есть, кстати. В инвентаре. У меня же есть куча... Take all. Блин, это все нужно пооткрывать. Пооткрывали. А, теперь что? Кстати, может, заморозка была в прокачке? Нет, знаешь, где заморозка есть? Сейчас тебе покажу. Нужно пойти к какому-нибудь торговцу. А я не могу на него телепортироваться, да? Сейчас я покажу, где есть заморозка. Ща я все покажу.
Блин, вот здесь вот, на этой миссии, там точно, как только эту миссию открыть, я не знаю, там точно есть последний этот для доспехов. Ну ладно, сейчас мы по-другому это сделаем. Алло. А чё она не хочет телепортироваться, я не понял. А, я туда не могу телепортироваться, что ли? Офигенно. Так, где здесь продавец? Вот, сейчас мы к этому чуваку подойдем. И здесь... можно купить штуку с заморозкой. Смотри, рогатка. Это шокер. Вот, смотри, видишь, рогатка с заморозкой? Вот она. Блин. И вот, блин, прикольно, слушай. А, хорошо, а что у него есть тут? Из шмоток. Блин. Нужно попродавать кое-что. Продать, продать, продать. Я смотрю, что можно продать, что не используется для крафтинга вообще. Знать бы, как последнюю эту миссию открыть. Это сайд-миссия или это не сайд-миссия, блин. Просто если я сейчас пойду сюда, это ж... Go to All Mother. Тут драться придется. Ё-моё, пойти может еще по пещерам полазить или нет? Смотри, просто тут еще пещера есть, вот одна. Тут еще пещера одна есть. Ну идем, наверное, в пещеру, слушай. Пойдем в пещеру, пошли в пещеру. Нам бы какого-нибудь кабанчика подстрелить, вот он. Дима, а что ты пишешь? Привет, 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 привет без остановки. Или это разный Дима пишет? А, ты отходил просто, я понял. Тогда извини. Когда БО? Какое БО? Тима, какое БО? Ты про какое БО? О, чай Бутрик делал, это круто. Блин, эта курица за мной хочет бежать. Батл рояли? Ух. Ты Фортнайт хочешь, 100%. Блин, тут подлец будет невидимый.
не ожидали, да? Я тут такой профессиональчик развалил всех. Ты будешь снимать RDR 2? Слушай, у меня его нету, уже много кто спрашивал. Возможно, буду снимать. Пока у меня его нету. Но думаю, игра прикольная, думаю, она того стоит. Борец за качество? Ну да. Сейчас немного тут пролутаюсь просто, чуть-чуть. Ладно, я думаю, что можно уже убегать. А, да? Тут закрыто все? Значит, там сверху какая-то штука есть, да? Идемте просто. Дима, ты меня пропиаришь? А как ты меня пропиаришь? Расскажи, пожалуйста. Я тупанул. Дэн Бэй. Дэн, здорово, братуха, как делишки? Я лечу. Она говорит, она летит. В Вайбере и ТикТоке? Пропиарь. Интересно, что с этого получится. Не надо мне ботов никаких, а пацаны, никаких ботов, пожалуйста, YouTube. Это все хорошо просекает, хорошо режет. Потом... Дэн Бай, а я как сказал... Я просто буду говорить Дэн, так будет, наверное, ну, правильней. Я помню, к нам один тут залетел. Помните, пацаны, Эмир, ты помнишь, кто был на стриме? Когда у нас резко онлайн поднялся на 100 с чем-то человек. А, Бэй, ну да, Бэй, точно. Короче, поднялся 100 с чем-то человек, и такой чел говорит: «О, это я тебе тут ботов закинул, тестирую», говорит. На моем канале нормально? Тестировщик. А Борн закидывал, да, вчера Борн закинул донат. Я ему сказал, чтобы он больше таким не занимался. Чтобы он мне больше донаты не кидал. Потому что это... Я здесь не ради донатов. Как бы они у меня есть, но... Но лучше не надо. Нашли злодея? Какого злодея? Тут их полно, этих злодеев. Тут же это я уже в другую пещеру полез. Куда я попал? Как с этим хрен... А, про ботов? Не нашли. Любит гордо по пещерам лазить? Да. Неплохо.
Я не знаю, но он здоровенный какой-то, слушай, он больше, чем та корова, помнишь? Больше, чем та корова, поэтому мы сейчас будем приготавливаться к бою, а не так. Я понятия не имею, как с ним драться. Ну, я думаю, короче, труба мне здесь. Да, тут иначе никак. Тут нужно с ним бодаться реально, потому что... Интересно, как быстро мне он жопу устроит. Пацаны, надо забрать, пушка под ним лежит. Пушка под ним лежала, блять. Уйди от меня. Наступил он на меня здесь. Алло, игра, бери. Это же его пушка была. Где еще одна? Тут вторая была. Бля, где вторая пушка? Что за фигня? Сердце ему туда. А ну иди сюда, подлец. Алло. Алло, валим отсюда, быстрее, 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 быстрее. Я думал, мне труба там, пацаны. Я думал, мне там труба, если честно. Ну, это такая вообще херь. Я, короче, понял, у него были пушки. Я сбил его пушки, и его же пушками сидел его рубил. А что это за фигня? Подождите. Да. Борец за качество и за бесплатный контент. Ну вот, эти сведения помогут. А ты никогда не думал террарию постримить? Нет, террарию еще, честно слово, не думал. А это прекрасно.
А, отлично. Все, это мы так быстро эту пещеру прошли? Можно, можно. Если, когда я буду играть в Fortnite, можно, конечно. Смотрите, у нас еще скиллы появились. По две стрелы, да? Погнали. А как ими стрелять? А как по две стрелы стрелять, стоять? А ну-ка, как по две стрелы? Что-то я нажал и... А, R, я понял. Песок в горле. Жжется. Ха-ха! По две, пацаны, по три стрелы. В окружности? А ну проверим. Вот это я понимаю, пацаны. Вот это я понимаю, блин, урон. Короче, все. Будем разваливать. Так, а где здесь у нас кабанчики? Нет кабанчиков. Пора заняться подготовкой. Ой, забери ее. Короче, да, потратил все. Так, блин, куда я нажал? Что, пойдем дальше сюда на эту миссию? Блин, хотелось бы, конечно. А я не могу, это все это бежать нужно придется, да? Они там, наверное, будут драться с роботами, блин. Так, хорошо. Осталась еще одна пещера, да? Поскольку я вижу. Насколько я могу это видеть. Вот еще одна пещера осталась. Подождите, это далеко. Отсюда, наверное, будет ближе. Как я додумался стримить? Блин, ну у меня так получилось, что у меня комп офигительный. Я такой думаю, слышишь, а чё бы не постримить? Все равно в игры играю, почему бы не стримить и не проводить с пацанами, блин, время общаться и играть, и стримить. По-моему, круто же. Блин, там бык какой-то, я хочу его обойти, я не хочу ни с кем драться. Форт, вон, Тима будет в Форт играть. Кофе. Буду играть с Тимой в Форт и тебя возьму. Кстати, я не знаю, ответил я уже, перед этим не ответил, но сейчас отвечаю. Блин, слушайте, а нам нужны кабанчики. Сейчас нужно кабанчика найти одного. Это не то. Сейчас пролутаемся. Это я беру в дорогу. Где кабанчики? Все, кабанчиков больше нету? Это вообще жесть. Поразбегались. А, вон он один, вижу. Курочки, я сейчас этим курочкам устрою, блин.
Пускай только подойдут близко. Блин, это не то. Дизлайк поставил. Ну, есть любители, пацаны, да? Не обращайте внимания. Блин, а чё так сложно? Раньше эти кабанчики... Наконец-то, вот он есть. Теперь можно закрафтить. Ну все, у нас тут все прозакрафчено. Идемте в пещеру. Наверное, хуже с другого аккаунта. А как робот выполняет свою численность? В смысле, как роботы? Я понятия не имею, как они пополняют свою численность. Мне как-то, если честно, даже не очень, ну... Илья, здорово, братух, как делишки? А я же вижу, что ты Илья. Написано же, что ты Илья. Жесткая. Ну ничего, я привыкла. Развалили мы этих. Вообще на фонарь. Слушай, ну уже, короче, лук такой какой-то жесткий, да? Так рубит сильно. Окей. Окей. И как мы это делаем? Неужели вход где-то еще? Ну там и раз... А, там, наверное, и вход, слушай. На украинском? Так ничего страшного. Тут в основном все украинцы и казахи. Я тоже с Украины. По этой трубе течет какая-то жидкость. Кто дизлайк убрал, тот, кто поставил, тот и убрал. Ровен, а что ты, дизлайки любишь? Видимо, я не первая, кто захотел сюда заглянуть. Жаль. А, тут ничего нет, да? А чё я сюда пошёл? Понял. Идём дальше. Ими тоже двигало любопытство. Но я лучше подготовлена. Надеюсь, этого достаточно. Обычно с лайков, так в смысле как это? Меньше. Наоборот, люди заходят, ставят лайки. Посмотрели, ушли, опять пришли. Лайк уже стоит. Для чего? Ага.
Алло. Нормально колесо в обратную сторону крутится, нужно это проскакать. Так, а здесь что у нас? А здесь нычка. Кофе, нормальный ник. А что это у тебя такой ник? Зачем ты себе такой ник придумал? Расскажи, пожалуйста. Быстро я догадался. Смотри, какая тварь внизу. Я мегамозг, да. А так можно, да? Чел, попадало тебя в 3 стрелы, и смотри. Пацаны, 3 стрелы, это круто. PUBG Mobile, блин, не играл ни разу в мобайл. В обычный играл. В обычный, я знаю чувака, который играл в PUBG, в обычный на компьютере. Он был на первом месте в Европе в сквадах. И я как-то пошел, он мне пошел PUBG показывать. Мы пошли вместе играть. Ё-моё, пацаны, я отдохнул. Так круто играет чувак. А дальше куда? Подожди, что это было? Понял. Какой у меня чай, в смысле? А чё, нельзя, да? Так я что-то не понял. А что делать? Какой у меня собачий корм, Ровен, ну ты даёшь. Блин, тут неужели можно просто перепрыгнуть? Блин, да там просто можно было перепрыгнуть, я уверен. У тебя стрим строго понедельник, среда, пятница или еще какие-то днем? Ну, понедельник, среда, пятница, это как бы обязательные. А я еще часто делаю просто в обычные дни. Ну, могу делать и по вторникам, и по четвергам, но такое, блин, может быть, а может не быть. Блин, пацаны, а что тут, собственно, делать? Я чуть не до конца догоняю.
То есть нас сейчас тут сбросят, правильно? Ну да, нас туда не пустило. А, удалось перепрыгнуть все-таки, да, просто? Прекрасно. Давай, Эмир, братуха, спасибо, что ты здесь был. Спокойной ночки. Удачки тебе. Зачем, рассказывай. Робин, зачем? Расскажи, пожалуйста. Зачем тебе модерка? Да, теперь модерки раздает Рахат и Мир, поэтому... Теперь все вопросы к ним, пацаны. Я вообще теперь не имею никакого... Меня уволили с должности модератора. Я теперь только сижу, стримлю, все. Такие дела. Печально. Вот теперь я точно проснулась. Ага, теперь она точно проснулась, говорит. Так, а там, там еще есть Роман, но у него он там после операции, еще есть там один модер. Дима, играл в Майнкрафт, играл. У нас тут есть... Ё-моё, ну что за дела? Нырнул. Сейчас, пацаны, очень сложно, секунду. Да, Робин, что там с телефоном? Вернул телефон?
Нифига себе! Я понял, Кофе, я понял, почему такой ник. Но это жесткий ник, слушай. Жестко ты вот за, ну, протроллил его. А почему он тебя бросил, не понял? В каком конкурсе ты выиграл? Слушай, расскажи, что там за конкурс был, очень интересно услышать. Блин, залазь давай. Хорошо, дальше что? На 12 тысяч рублей. Ну ты поподробнее расскажи, просто интересно, то есть, что он... Он обещал 12 тысяч рублей тому, кто выиграет, а конкурс как проходил? Это ж все очень интересно. И что он тебе сказал после того, как ты выиграл? Как он тебя послал, в смысле? Это ж все именно интриги, скандалы, расследования, это ж все интересно. Блин, ну падла там такая на меня напала, слушай, я еле ноги увел. А куда теперь, слушай? Ничего не понимаю, куда теперь. А вон зеленая штука какая-то. Блин, пацаны, что делать? Я ж тут не был еще, да? Или я был здесь? Я, по-моему, отсюда и пришел, да? Блин, ну я отсюда и пришел, слушай. Я не думаю, что это правда. Он все-таки очень популярный, и вряд ли зажал где-то на ска... Хз, как бы, ну. Так это ж не я рассказываю, это Кофе он под ником. Это он рассказывает эту штуку. Пишет чат, пусть пишет, интересно услышать, узнать. Чрево гигантского зверя, понятно? Дима, давай, конечно, хочу, конечно, хочу смешную историю с твоей жизни, давай. Рассказывай. Блин, пацаны, а что делать? Полюбался, какая-то фигня летит, за нее надо уцепиться. На такой скорости, как я зацеплюсь? Нифига себе.
Нифига себе. Интересная история. Хотим, хотим. Артём, рассказывай. Задолбался я уже по этим пещерам лазить. Но это последняя, как я понимаю. А, тут этот таракан. Так таракана мы развалим. Что нам этот таракан? Этот таракан фигня. Тараканом и быстро. Крокодил, да? Там этот крокодил что, огня боялся? Огня боялся. Фигня, сейчас мы его. Подождите. Раз ага. А, блин. Да. Раз огонечек. Блин. Два огонечек. Смотрите, как мы быстро этого чувака сейчас развалим. Три. Он вообще нам ничего не сделает. Опа. Прикидываю, прикидываю, слушай. Что такое 11 тысяч? Ничего себе. Увидел, что это моя собака? В смысле? Короче, я был на даче, катался на велике, когда был вечер, и я вижу, за мной какой-то волк бежит. Я ускоряюсь, через 2 метра падаю, и вот этот момент, я думаю, мне труба. Но когда-то подбегала ко мне... Это моя собака, нормально. А чё тут трудиться, таракан этот?
Алло, уходим отсюда, уходим, 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 уходим. Уходим. Никакие это боты вообще, короче, я их просто развалил как молодых, все, фу. Да, я арену играл, да. У-у-у, пацаны, стоять, что-то придется развалить, слушайте. Блин, нифига себе, слушай. Сейчас у нас такой урон будет уже. Все-таки правильно я сделал, что я пошел в эти пещеры, слушай. Тут сейчас так будет рубить лук. Сейчас в шоке будете, пацаны. Нужно было сразу по пещеркам лазить. Следующий стрим про что? Я думаю, следующий стрим мы просто посидим, пообщаем, посмотрим по настроению, но у меня есть план сделать просто посидеть, пообщаться с чатом и посмотреть видосики. Есть! Теперь я смогу укращать другие машины. Ха-ха! Теперь, короче... Значит, это Гефест переписал программу котлов. Заставил их создавать агрессивные машины. Но ведь Гефест — часть геев. А, это сколько мы могли разных этих? Ничего не понимаю. По крайней мере, пока. Да, будет, я думаю, будет прикольно. Посмотрим. Закрыть глаза уже нельзя, а ты уже спать хочешь? Слушай, я думаю, может мне вообще потихонечку уже закругляться, слушайте, пацаны. Пещерки мы поделали, тут какая-то вот миссия, возможно, даже и последняя. Или как посмотреть, сколько мы прошли игры вообще уже? Тут можно понять вот... Раз, два, три, четыре, пять... Сколько тут миссий вообще в игре? Так. Карта. Почему я не могу туда фаст-травелить? Ну что за фигня? Я вообще хоть куда-то могу фаст-травел устроить? Смотри, с каких расстояний. Только после стрима напиши мне, пожалуйста. А. Смотри, с каких расстояний я уже рублю это просто. Нужно идти покупать еще один лук. У меня уже много вещей. Нужно идти покупать лук срочно, какой-нибудь офигительный, крутой. Где тут, где продавцы? Продавцы, блин.
Дима, мистер города топ, здорово, братуха. Нормально переименовался. Мне понравилось. Так, что... Не, подождите, давайте сначала купим... всякий лук. Так, такой лук у нас уже есть. Вот такого нету. Нужно... Sawtooth Heart. Нужен вот такой вот... нам срочно нужен такой вот... лук. И я думаю, мы сейчас пойдем за ним. Так, а где у нас есть Sawtooth? Пилогрыз. Блин, где их на карте искать? А почему они не подсвечиваются, как ноутбук сейчас, пацаны? Вот он, вот такой вот. Я понял, как он выглядит. Сейчас пойдем их на карте искать, сейчас им просто... Ну вот он. Пошли. Ты фанат котов? Да, у меня есть тут кот где-то. Я только не знаю, она сейчас где-то отдыхает. Где-то прячется. Короче, нужно... Проклятый песок. Это ты переименовался на «Отправь мне пиццу»? Нормально. Подождите, нужно обойти эту тварь, потому что я хочу подраться там. Я хочу подраться с другой тварью здесь. Которой здесь нету, я понял. Тут нету того, кто мне нужен. Вот, вот здесь вот он есть. А нам придется вот сюда fast travel сделать. Я думаю, Рахат, ты успел. Думаю, кофе не успел прочитать. Короче, вот с этой тварью мне придется драться. Блин, ни один и ни второй. Слушайте, а где? Что такое Sawtooth? Вот этот, что ли? Куда мне телепортиться, чтобы с ним подраться? Чтобы с ним подраться. Теперь каждое мое сообщение в чате будет напоминать тебе о пицце, которая так и отправила своего ребенка, который умер. Слушай, а как же я тебе отправлю пиццу, вот ты мне расскажи. Как? Вот как? Ты думал об этом? Блин. А, ну вот же, смотри. Почему не подсвечивается?
бред какой-то. Почему не подсвечивается название? Если честно, то просто фантастика какая-то, от которой просто начинают подбешивать. Тупо не подсвечиваются названия этих вот. Вот это Шон? Панали. Блин. Через месяц, да, уже протухшая никакая просто. А, вот так они должны выглядеть, да? Все, я понял, стоять. Я на 100% понял, как они должны выглядеть. Это не он, это не он, это не он. Это тоже не он. Вот это вот он. Вот это стопудово он. Да, Дим, я в Чехии живу. Поэтому то, что там придумал Ровен с пиццей, блин, в Украину, это, конечно... Это даже не смешно, Ровен. Потому что это невыполнимое задание. В смысле в украинскую? А как я тебе позвоню в украинскую службу доставки? С чешского номера, что ли? Нифига себе, я гуся подлетел, пока он взлетал там. Блин. Скачем. Ой, скачем, скачем. Это грязель какая-то, блин. Нам грязель не нужна. Нам нужен именно вот тот чел. Йоу, кофе, удали, пожалуйста, сообщение. Нормальный, короче. Меня это немножко парит. Эта игра, короче, ребятки, слушайте, я вообще на сегодня устал. Я сегодня подустал уже, ребяточки. Уже тем более 9 часов. Сколько мы стримим? 3 часа. Ровно 3 часа. Я думаю, 3-часовой достаточный стрим.
Мы как-нибудь сделаем... У меня челлендж для тебя, который ты не выполнишь 100%. Ты рассказывай, что за челлендж, а потом посмотрим. Выполню, я тебе сразу скажу, выполню я его или нет. В Украине 10, да, в Украине уже 10. Ровен, давай. Ребятки, короче, я уже, да, я уже сам подустал сегодня. Давай, Дима, ты пока пиши, я пока попрощаюсь, я все прочитаю, я успею. Всем огромное спасибо, кто заходил сегодня на стрим, всем, кто общался в чате. Пацаны, вы супер, без вас этих стримов бы не было. Огромное спасибо моим модераторам, Рахату и Миру, они сегодня вообще просто молодцы. И Мир уже, бедняжка, не сдержался, у него там, видать, наверное, позднее, чем у Рахата, не знаю. Ну, огромное всем, огромное спасибище. Ставьте лайки, пока можно, да, действительно. Завтра, Богдан, да, думаю, завтра будет стрим, но, блин, даже не знаю, чтобы... Включайте нотификации на колокольчик в YouTube, ставьте, чтобы знать точно, когда внеплановый стрим, потому что внеплановые стримы часто бывают, и они не по расписанию. Они могут быть с утра, могут быть вечером, как попало. А понедельник, среда, пятница с 6:30 по киевскому времени — это вот плановые стримы обязательные. Ровен, тебе нужна только модерка и пицца. Нормально. Дима, ты пишешь челлендж? Давай прочитаем челлендж, что там за челлендж. Интересно, у меня уже там малая заплакала, уже начинается. Пацаны, когда такой прикол, когда у нас будет 10 тысяч подписчиков, я смогу делать свои смайлики. У меня, в принципе, есть свои, ну, эмоушены. У меня есть свои эмоушены, на Твиче можете их посмотреть, если хотите. А, Дима, ты хочешь, чтобы я чашку воды выпил? Ну, я, блин, хочешь, давай я сока яблочного выпью. А чашку воды я обязательно выпью. Я пью много воды на самом деле в день. Очень много. И не одну чашку. Я пью, блин, литра два минимально в день. Очень много выпиваю воды. И вам советую. Вам тоже советую пить много воды. Максимально, что от воды, от большого количества воды будет, вы захотите ссать. И вы будете бегать очень быстро, часто в туалет. Но это промоет вам почки, это все хорошо. Плохо от воды не будет. Ладненько, ребятки. Всем огромное спасибо, кто здесь был. Я думаю, что если у меня получится, завтра будет внеплановый стрим. Не знаю во сколько пока еще. Но, скорее всего, мы просто посидим, вот так вот пообщаемся. И, скорее всего, просто посидим, поржем, поотвечаю на ваши вопросы, почитаю чат. И посмотрим какой-нибудь ТикТок именно просто на поржать, чтобы не было особо скучно. Окей? А на сегодня всем спокойной ночи. Па-па. Рахат, передам Тае привет, спасибо, передам.